Тетяна Бойко, рибалка. Для жінки це заняття – своєрідний відпочинок, медитація. Рибалить 7 років і запевняє, що улов у неї був завжди. Найбільший за всю практику – щука вагою 2-2,5 кілограмів. Так, доброго ранку! Вітаю в нашій ранковій студії. І сьогодні ви зі своїм обладнанням так до нас прийшли, з нараддям. Слухайте, ну для мене дійсно це шок, тому що, шок, приємний, тому що я і так знаю, що жінки є рибалять, захоплюються цим. Я не з тих жінок, що люблять так, наприклад, вийти з вудочкою на берег, але досить цікаво, чому ви вирішили для себе брати такий, можна сказати, чоловічий вид відпочинку спорту? Чи можна взагалі його вже називати чоловічим, чи все ж він для всіх? Все дело в том, что я даже не выбирала. Это не было как бы выбором, что ли. Это еще, наверное, с детства. Мне отец, как-то еще маленькая совсем была, он мне купил игрушечную удочку на магнитиках и рыбки на магнитиках. И вот это 5 лет было, я запомнила. А потом уже как-то в 7 лет он мне уже дал в руки удочку. Удочка бамбуковая. Ну, старые рыбалки это вспомнят хорошо. Это еще из ихнего детства было. Ну, а сегодня, конечно, у нас очень много, большой багаж знаний должно быть, потому что у нас представляется очень много удилищ самых разных, в зависимости от того, какая предполагается рыбалка, на каких водоемах, какими способами. Знаю, конечно, какая ловится рыба, какая обитает рыба в данном водоеме. То есть одной стандартной немає, все разные, так? Все разные. И вот касательно меня, я сделала выбор. Вот я сейчас взяла набор, стандартный набор спиннингиста. Это спиннинг, катушка и леска. Ну, естественно, конечно, приманка. Угу. Тобто вже не ловимо на хлібчик, так? Вже на такі... Все дело в тому, що якщо ми будемо говорити о ловлі білої риби, то есть это карась, это может быть плотва, то здесь, конечно, обычно, да, можно и хлеб использовать. Буквально вот недавно, неделю назад, так как щука была в тишине, полный ноль, то пришлось, была удочка рядышком, да, и хлеб на завтрак использовали, и пошла на хлеб тоже тарань, и причем неплохая. Но сегодня мы говорим о спиннингах, мы говорим о ловле хищника, поэтому вот я и захватила с собой. У меня, в принципе, арсенал большой, удилищ, но я взяла 2 спиннинга основных, которые я работаю. А вы сколько? Что? Сколько у вас их? Спиннингов 5. 5. Слухайте, а ваш чоловік не заздрить вам, що у вас 5 спінінгів? Ні, звісно. Він більше по рибалці, щоб там карася половити. Йому подобається спокійна, тиха, поплавочна, скажімо так, рибалка. А я люблю немножечко. Ви любите на хижака сходити, да, так? Я так, да, розумію, зловити. Да. Ну давайте трошки покажіть, тому що для мене, звісно, тут все таке як іграшки виглядає. За тим, що пам'ятаю десь у знайомих, коли ходили там чисто на рибалку, так? Хотіли би трошки дізнати, що для чого, так? От що на кого, наприклад, ловити? Здесь чітко все на щуку. На щуку, так? Да. Оцей весь набір, це на щуку? Абсолютно, це все на щуку. Используется, от у мене здесь в даному випадку, начну с воблеров. Это воблеры Сюйоки. Я их буквально недавно приобрела, 115-е. Честно признаюсь, я их еще не могу никак разловить. Для меня это как-то, наверное, надо еще учиться. Хотя хочу сказать, что у меня есть модель. Можна я ближче від нього подивитися, просто цікаво. Да, він зацепився. Да, можете посмотрети. Стільки гачків. А воно приманює, напевно, через те, що ось таке блискуче, так? Воно схоже на рибку. Естественно, конечно. Но не только. Если вот так вот, ви ж ощутите, що там ще і звук здається. Ага, дійсно є. Да. Вот Винер у меня 109-й, он, конечно, у меня работает, он уже такой вид имеет, не очень порядочный, но тем не менее он до сих пор работает. Редко я ими пользуюсь. В основном я пользуюсь силиконом. Это простой виброхвостик называемый. Я взяла здесь, вот, конечно, он уже рабочий, вот если вы увидите даже следы
зубова сталь, збитий. Життя його трошки, так? Ну, це постійно. Я покупаю, приобретаю нові, але все одно старі, хочеться старі використовувати. От теж, як крабова паличка називається. Чесно говоря, дуже хорошо йде на інгулі. На інгулі йде і в такій розцвітці. На інгулі де саме? Яке місце найкраще? Ви знаєте, у мене саме любиме місце – це Калиновка. Я туди вже порядка, наверное, 10 лет езжу. І з палаткою, з ночовкою на несколько днів. В принципі, це, наверное, тому що це перша моя рибалка у нас в Николаєві на щуку була. Потому что в основном я на даче. На даче поставим мостик, и с мостика просто на поплавочную удочку я рыбачу. А так, чтобы поездить где-то, это в основном только щука. Муж у меня, конечно, он только карась, тарань ему, вот дай поплавочную удочку, все. Но вот как-то он меня поддержал, говорит, давай все-таки поедем на щуку. Я говорю, ну хорошо, ты у меня будешь подсаку держать. А потом он посмотрел, нет, говорит, я тоже хочу. Ну, говорю, давай, бери в руки вперед. Он молодец, конечно, мне помогает в этом месте. Вот мы вместе с ним и ездим, и отдыхаем, и получаем море удовольствия. И от того, что мы на природе, от того, что мы... Понимаете, когда рыбалка идет, не всегда же она удачна. И бывает, с нулем приезжаю домой. Вот. Но когда удачно, тем более, это просто здорово. Когда ты чувствуешь удар, когда есть напряжение, и ты пытаешься ее уже тянуть к себе, ты понимаешь, что она уже заглотила наживку, приманку, в принципе. И вот такое натяжение, и идет контакт, и понимаешь, там что-то есть. И каждый раз в надежде, что ты что-то крупное поймаешь. Но не всегда так. Бывает за траву зацепы какие-то, кажется, что это удары. То есть это сноровка уже со временем, опыт уже приходит. А ведь начинала я просто с обычной удочки. Это со временем все пришло. Слухайте, це дуже круто. Ви сказали, що бувають все щасливі моменти, так, коли ми привозимо щось з рибалки. От ми запитали наших миколаївців, чи є якийсь секрет вдалої риболовлі. От давайте зараз дізнаємо, що ж вони розкажуть зі своєї практики. У кожного є свої секрети ловлі риби. Наприклад, ваш. А я готовлюсь за неделю, за два недели, покупаю всякое, ну, чтобы было все много, чем может много, потому что не знаешь, рыба, в принципе, каждый день может клевать на что-то другое. Вот. Пробуешь, на рыбалке просто пробуешь. А зазвичай на яку рыбу выходит? Последний момент, толстолоб, карп, пытаюсь белого мура. А чем можно карпа прикормить? Карп, в большинстве карп, ну что, горох, кукурузка, каши разные. Наверное, сделать хорошую приманку. Приехать со всеми необходимыми снастями. Не знаю, бо на рыбалке не было, наверное, років 40, хотя и дуже люблю. Поехать хотя бы на нее, времени нема. Все зависит от времени года и... От удачі і від погоди. Прикормити, а потім ловити. А так, який секрет? І глаза хороші, щоб були, щоб видно було. Я зараз не бачу. З удовольствием би пішов. Всіх благ. Так я ж говорю, я ж не хочу. Як що треба зробити, щоб був добрий улов? Саме головне, треба мати натхнення, це по-перше. А по-друге, треба любити цю природу і ловити цю рибу. І закидати наживку дуже гарну і казати, ловись, рибка велика і маленька. А якщо ще піймати таку золоту рибку, яка твої всі бажання виконає, це геть прекрасно. Так, Тетяно, маємо ось такі відповіді, чи з усіма ви погоджуєтесь? Абсолютно. Верно, потому что на самом деле сколько людей, столько и мнений, да, сколько рыбаков, и у каждого рыбака есть свои секреты, есть свои правила и свой подход. И тут нельзя, здесь нельзя сказать, что что-то может быть не так. Все равно
обязательно будет какой-то улов. Так или иначе. Очень много видів і способів. Ну, я так розумію, от ви казали, що у вас не було жодного разу, щоб ви приїхали без якоїсь добичі. Скажу нюанс такий. Якщо у мене по щуки ноль, то муж мене виручає удочкою поплавочною. Обов'язково щось спіймає. То лі тараничку, то лі карасика. Тому, як би так. Ну і давайте зараз коротко. Куди зараз збираєтесь їхати, можливо? Чи є якісь плани? Есть планы. Буквально в это воскресенье собираюсь ехать на Ингул. Но я такой человек, что я могу резко поменять, как погода. Могу на Южный Буг. Буквально. То ли это может быть пески, то ли это может быть под Новую Одессу где-то. Поэтому я сейчас не могу точно сказать, где я буду. Дякую вам, що завітали, розказали. Чесно, я теж захопилася, цікава справа, але я не думаю, що я зможу витримати, сидіти довго чекати. Але я вам бажаю успіху, щоб все вдалося. Погода вам не зіпсувала планів.